Этот год он был для всех, для нас сложный, очень сложный, даже трудный. Но этот год он всех нас, всех граждан Украины сделал намного-намного сильнее. Я, конечно, благодарна тем отзывчивым, тем смелым, тем людям, которые не опустили руки, не сдались, не сбежали, тем, которые весь этот год боролись за справедливость. Люди, которые занимались взаимопомощью, люди, которые верят в то, что наша страна, она сильная, и для этого сегодня нужно действовать. Сегодня вот на подведение итогов приехали представители всех регионов Украины, и Львов, и Луганск, и Одесса, и Харьков. Это те социальные агенты, можно сказать, те послы мира, которые занимаются каждый день своей работой. За этот год совместно с Институтом социальной политики Социальный совет Украины смог оказать помощь десяткам тысяч людей. Это переселенцы, это люди с ограниченными возможностями, это ветераны и те чернобыльцы, воины-интернационалисты, и те, кто сегодня защищает нашу Родину. Мы смогли отбросить все то, что нас разъединяет, все то, в чем мы где-то не согласны, но объединиться ради того, чтобы сегодня люди чувствовали поддержку, чувствовали помощь и в трудную минуту знали, что к ним придут на помощь и на защиту. Поэтому есть результаты, есть действительно то, чего достигли. Но самое главное, мы четко знаем, что нам нужно делать. У нас есть план действий, у нас есть команда людей, профессиональная команда людей. Она с каждым днем расширяется. В этом году было открыто 10 региональных социальных советов. И каждый из этих советов объединяет у себя самых активных, самых таких действенных общественных лидеров. Всего сегодня Социальный совет Украины объединяет порядка 200 лидеров общественных организаций по Украине. И я рада, что это люди мира, которые сегодня верят в свою страну и делают все, что в их силах. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности.